Сам я, по-видимому, выбрал скверную маску. И, к сожалению, не могу показаться вам в истинном облике. Ваше истинное лицо мне известно, господин Мозес. Ваша кличка Мастер. Я должен сказать, разделяю точку зрения мистера Денникена, что инопланетяне уже не раз посещали нашу планету. Господин инспектор, а каково ваше мнение? Я хуже, чем рационалист. Я всего лишь обыкновенный полицейский чиновник. Я не верю. С такой внешностью вы не можете не быть героем. Но извините, меня, кажется, зовут. А кто ее звал? Вы что-нибудь слышали? Нет. Было очень приятно. Мне также. Это очень странно. Дверь заперта изнутри. Он мертв. Где Олаф Андварафорс? Убит сегодня ночью. Вы не точно знаете. Я сам его видел мертвым. Как вы можете его узнать, если вы не знаете его в лицо? Какое лицо? Я знаю, что после вас его уже никто не видел живым. Вы мне сказали неправду. Вы расстались с Олафом не у дверей столовой. Где вы с ним расстались? Где, когда и при каких обстоятельствах? И больше я его не видела. Да, это Олаф Андварафорс. Я удивлен. Я клянусь вам. Клянусь, я не убивал эту женщину. Она уже была мертва, когда я вошел к ней в комнату. Подождите, Симоне. Пойдемте. Куда? В тюрьму, в карцер, идиот. Прошу прощения. Господа, мы оказались временно отрезаны от внешнего мира. Я должен сообщить следующее. Какие-то мерзавцы избрали этот отель для сведения своих личных счетов. Ах, как интересно. Значит, среди нас есть убийца. Меня видели в коридоре. И я видел себя. Вы кого-нибудь подозреваете? Нет. Это вы мне скажите, кто они такие? Это парочка. Все его звали Мастер. И шеф поручал ему самые опасные операции. И вдруг он решил завязать. Отказался от участия в борьбе. В общем, предал. Он, знаете, и раньше был со странностями. Одно могу сказать. Мозес убивать не станет. Он просто не может убивать людей. Прекратите этот проклятый гипноз. Господин Мозес, вы обвиняетесь в преступной деятельности. Поймите, инспектор, они гости на нашей планете, они не земляне. Конечно, Симоне, они прибыли сюда прямо с Венеры. Господина Мозеса обманули. Олаф не погиб. Олаф робот. Плохо, неуклюже работаете. Маска пришельца вам совсем не к лицу. Мистикой и фантастикой можно объяснить любое преступление. Это будет выглядеть вполне логично. И все же я чувствую, что правы они, а не я.